Представься, кто ты такой? Я драйвер Эльфер. Эльфер. Статы, да, сразу статы, шмот. 335 точности, 227 урона. Короче, какой этаж дерзости тянет? Пятый. Угу. Почему Хильдегрим, а не Луны? Потому что в ПВП. Лунная душа, увеличение урона от умений 10%, защиты 8, а тут... Тут защиты 9, а увеличение урона от умений 5. Это больше в ПВП она подойдет. Ну, кристальные набедренники, сюда нужны другие набедренники. Ну, фиолетовые уже, такие. А перчатки лунные, потому что другие мы сломали. Пушка, фатальный удар. Отчаянный шиллин 5%. Блин, я застрял на отчаянный шиллин. На 20 не могу никак капнуть, вообще не идет. У меня вообще ни один свиток не заходит, ну не делается, в смысле, не заходит сюда. Ну да, оно как-то после последней обновы крафтиться перестали. Вот крафчу 5 свитков, и все в ноль просто идут. А раньше 2-3 свитка крафтилось, это что-то там порезали, мне кажется. Побежи, МЖ-шечка. Есть еще другая БЖ. ПВЕшная серьга на двойной урон. Давай скиллы. Ну, а фиолетовый, подожди, за фиолетовый, за красный, то, блин, каждый уже может себе приобрести. Ну, фиолетовый, ну, жестокая бойня, это стан фиолетовый. Поглощение, оно поглощает вокруг мобов, тебе жизнь не дает. Ага, стан и поглощение жизни. Ну, и на ПВП, ну, и на ПВЕ. Зеленый, синий, красный, и это еще фиолетовый стан. Ну, он, типа, так же прыгает во врага. Ну, вот есть еще, вот, сделал... Скрафтили скилл, супер. Скрафтили скилл. Давай кристаллы души, потому что у тебя столько хп. В сумме 103. Красные у меня почти все там не хватает. 5 красных. А золотые соски качал? О, даже первый скилл пробудил. Да, с первого раза. Ну, последний астер, он вообще жесткий. Там он x2 какой-то идет. 46%. А эффект коллекции покажи. Обычные. Что обычные дают? Выносливость, защита, точность, весь урон. Смотри, сколько весь урона. Обычные колы просто. 16 точности можно накинуть. 17 защиты. Ничего себе. 6 МДР, 6 ПРВ. Снижение урона. ХПшечки. Работяги, не знаю, тоже надо закрывать, потому что суммируется урон. Если, типа, идет урон огнем, то он x2. Типа, если просто не в стихии, то плюс 1. Шанс оглушения выкачан. Ты с контроля не выходишь. 9-2, атака 8-1, 6-2. Угу. Ну, покажи героические, сколько не хватает. Короче, обычных, двойных и донатных, да. Фиолетовых много не хватает. А гатиончиков 3 штуки, и вот недавно получили. Вот такой мини-обзор. Так, еще вопросики. Дестер после апа, насколько он стал лучше? Ну, он бьет очень, ну, быстрее. Быстрее бить стал мобов. Владелец говорит, я ничего не заметил.